Североказахстанские танцоры приняли участие в чемпионате Республики Казахстан по спортивно-бальным танцам. Он проходил с 10 по 11 апреля в Нур-Султане. В честь Североказахстанской области защищали 14 пар. Домой воспитанники школы хореографии «Савансьер» привезли 17 медалей. Своими впечатлениями и дальнейшими планами они поделились с нашей съемочной группой. Ярослава Кузнецова и Кирилл Новиков плавно двигались в ритме изящной мелодии. Их танец покорил каждого зрителя. Они старались донести его смысл, оставить глубокое впечатление. В паре выступают уже 4 года. Ярослава Кузнецова увлеклась спортивными бальными танцами 13 лет назад, а вот ее напарник 17. За их плечами немалый опыт. Вместе они рука об руку представляли родную область на республиканских и международных конкурсах, а недавно принимали участие в чемпионате в столице. Подготовка началась у нас где-то пару месяцев назад. Как раз в этот промежуток времени у нас произошло радостное событие. Отделение спорта ДЮСШ гимнастики подарило нам паркет. Мы с новыми силами, с новыми как-то вдохновениями начали упорную, продуктивную работу перед нашим чемпионатом. И, собственно, сейчас мы пожинаем плоды того, что мы сделали. Были очень сильные соперники. Но, несмотря на то, что мы побороли свое волнение, мы все-таки справились с этим. Конечно, были и сложности, признается пара. Всему виной карантин. Ребята долгое время не выходили на паркет. Привыкнуть к нему было сложно. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, честь северного региона защитили достойно. Результат благодаря кропотливому труду. Хореограф Юлия Ширина гордится достижениями своих подопечных. В этом году не получилось у нас стать золотыми медалистами. Мы стали серебряными и в одной, и в другой программе. Но вы знаете, как говорят, иногда второе место дает больше мотивации, больше возможностей и желания для развития. Поэтому я думаю, что в следующем году у нас получится быть золотом. На сегодняшний день 17 медалей мы привезли, из них 7 золотых. Это ребята, которые участвовали в классовых соревнованиях. Конкурс проходил 10 и 11 апреля в Нур-Султане. Североказахстанскую область представляли 14 пар. В будущем артисты планируют принять участие в еще одном чемпионате, который пройдет в мае. Алишер Ашимов, Алтынай Казикан, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.